Screwed up the world, make it better place for you and me and for all the rest of us who want to thrive and make it better way of life. Fruit up, fruit up. Привет, привет. Добро пожаловать в эту студию, которая всегда со мной. Сегодня мы опять в путешествии. Мы на автобусе. На автобусе. Мы едем в один центр торговый, как не центр, как. Ну там магазинчики такие. Скопление магазинчиков в одном углу. Пошариться. Можно же развлекаться как-то. В общем, блогер. За 90 продолжается. Сегодня день 49. Говорим мы о смысле жизни. Пока что у меня пара минуточек есть, пока не так шумно, когда начнем ехать вообще. Шум такой стоит из автобуса. Гул вот именно вот от автобуса самого. В общем, я думаю, смысл жизни у всех понятие очень разное, и у всех он свой, индивидуальный. Скорее всего, вот для себя я решила и поняла, что все-таки смысл жизни это в том, чтобы найти или дойти до такого состояния, когда ты все принимаешь, как оно есть. Потому что это все равно это просто игра. Всех свои правила, непонятно какие правила, да, все их создают, меняют, ну, в общем, как-то вот подстроиться и плыть по течению, но вместе с тем плыть не как говно, которое вот просто так вот течет, куда не несет, но вместе с тем делать какие-то движения, в том же направлении желательно, куда и жизнь тебя несет. То есть и принимать уметь, и вместе с тем не вот прям лежать ничего не делая, а все-таки плыть. Вот. Да. Достичь полного принятия, не осуждения, так сказать, вообще, что не осуждать никого. И постоянно-постоянно развиваться, потому что это бесконечный процесс, и наслаждаться, пока я делаю все, воспринимать как уроки, никаких ошибок нету. Я так думаю, есть только уроки, из которых надо делать выводы и продолжать двигаться дальше. Вот, вроде бы. Все очень, на самом деле, просто. Проще некуда. Каждый придумывает себе свой смысл жизни. У кого-то смысл жизни в детях, у кого-то в работе. У кого-то все это сбалансировать по максимуму. Вот. Но главное вот найти это вот состояние счастья, которое вот бесстрессовое. Или с минимумом абсолютного стресса всегда развиваться, постигать, потому что все имеет значение. Казалось бы, да, ну умрем, можно жить как хочешь, делать что хочешь, обращаться со всеми как хочешь, и со собственным телом, собственной душой, тупо плыть по течению, как я уже сказала, горлышко в проруби, да? Но я думаю, что все-таки надо применять силы, потому что это все зачитывается. Не знаю, вот уже мне шумно на самом деле. Я не знаю, как на видео это отражается. Да, в общем, это все зачитывается в следующей жизни. Хоть мы этого и не помним, но это все очень важно для души. Потому что мы, наше тело, это всего лишь оболочка, даже сознание, это все так себе.
поверхностное. А 95% все происходит в подсознании, над которым постоянно надо работать. И над душой, над духовным. Потому что именно это вечное, хоть оно и забывается в каждой следующей жизни, но тем не менее мы всегда приносим это с собой. И продолжаем уже на том уровне, на котором закончили в этой жизни, в следующей продолжаем на том же уровне, на котором закончили в этой. Поэтому это очень интересный процесс, занимательный. Смысл жизни – веселиться, быть счастливым, творить добро. В общем, ладно. Спасибо, что зашли. И до новых встреч. Завтра 7:50. И видите, центр города. Вон там он. Вот он, центр города, там самый. Отъезжаем от него сейчас. Едем в богатый район. Один из самых. Ну, а дальше куда-то. Да, в общем, завтра свободная тема. Я пока еще не знаю, что я буду делать. Правда. Хочется сделать одну работу над ошибком. Может быть, этим и займусь. В общем, спасибо. И до завтра. Пока-пока. Fruit up, fruit up.